каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Здравствуйте. В эфире программа «Патруль». С вами Айкес Сондар. В сегодняшнем выпуске: обманула банк и украла 4 миллиона рублей, пожары, ДТП, пьяные водители и многое другое. Поехали. В Туве мошенница обманула 36 граждан и Росбанк на 4 миллиона рублей. Ранее суд уже выносил приговор 33-летней мошеннице за аналогичное действие. Но учитывая наличие малолетнего ребенка, 5-летний срок стал условным. Теперь же никакой отсрочки. Женщине вменили мошеннические действия на протяжении 3 лет. Она просила деньги за услуги, которых не оказывала. Обещала трудоустроить в МЧС, Тувинскую таможню, пожарную службу. Предлагала помочь получить водительские права. Речь также шла о возможном содействии в получении потребительских кредитов через Росбанк. На удочку женщины попались 36 жителей Тувы, а всего ей инкриминировалось 5 эпизодов. В итоге обвинение сразу по 4 статьям. Первоначальный приговор от 2015 года – 5 лет колонии общего режима со срочкой по причине наличия малолетнего ребенка. По данным пресс-службы прокуратуры региона, суд при вынесении приговора не отменил предоставленную ей в 2015 году отсрочку. Прокуратура Кызыла приговор суда обжалован в апелляционную инстанцию Верховного суда Тувы. Определением апелляционной инстанции Верховного суда апелляционное представление прокуратуры Кызыла удовлетворено. Апелляционная жалоба осужденной осталась без удовлетворения. В ночь на 28 мая сотрудники вневедомственной охраны Кызыла, находясь на маршруте патрулирования, заметили сильное задымление в частном секторе поселка Кахем. Прибыв к месту возгорания на переулке Пограничной, сотрудники обнаружили возгорание забора двухквартирного частного дома, пристроек, а также то, что пламя начинает переходить на крышу дома. Сотрудники незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Возле дома полицейские встретили дети, которые сообщили, что в доме находятся их родители. Зайдя в него, они обнаружили мужчину и женщину, которые находились в шоковом состоянии. Когда зашли в дом, мы там увидели мужчину и женщину. Мы сразу их вывели из дома. И после чего сразу побежали к соседям, к соседнему дому, чтобы также их эвакуировать, предупредить их. И тоже также зашли в дом. В доме был малолетний ребенок и мужчина. И сразу тоже их вывели на улицу, на безопасное расстояние. И после чего, убедившись, что это, что все в безопасности, когда уже вышли на улицу, там увидели, уже пожарная служба прибыла. И начали уже тушить огонь. И убедившись, что уже все, потушили пожар, мы дали... Уехали по маршруту патрулирования. Второй пожар произошел накануне в одной из новостроек по улице Дружбы. По съемкам очевидцев видно, что горит квартира на последнем этаже. Пожар был потушен силами 3 пожарных машин. Из квартиры было эвакуировано 2 человека. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет. ДТП со смертельным исходом. 28 мая в дежурную часть полиции села Самогалтай поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшей на месте группой установлено, что 22-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, двигаясь по дороге Кызыл-Эрзин, из-за превышения скорости не справился с рулевым управлением, в результате чего въехал в дорожное ограждение. От тяжести полученных травм на месте ДТП скончались пассажиры 21 года и 23 лет. Оба уроженцы села Холь-Ожут Хемского района. В районную больницу был доставлен водитель машины. Участники дорожного движения в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводится проверка.
Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Накануне около 18 часов на стационарном посту ДПС «Шевелик» госавтоинспекторами с целью проверки был остановлен грузовой автомобиль «Скания» под управлением 47-летнего кызылчанина. Во время проверки документов и полуприцепа транспортного средства инспекторы ДПС обнаружили пивную продукцию в количестве 4200 бутылок. Согласно представленным документам, было установлено, что пивную продукцию приобретало неустановленное частное лицо. Водитель пояснил, что спиртосодержащую жидкость общим объемом 6300 литров должен был доставить в город Кызыл и передать ранее незнакомому индивидуальному предпринимателю. В ходе проверки сотрудникам полиции стало известно, что предприниматель осуществляет деятельность в нарушении федерального закона. В действиях бизнесмена усматриваются признаки преступления, обороты этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота. Водитель и груз были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Минувшие дни около 2 часов ночи во время патрулирования улиц Кызыла сотрудниками отдельной роты ДПС для проверки был остановлен ВАЗ. Транспортным средством управлял 27-летний житель села Целинное. В ходе проверки документов водителя сотрудники полиции обратили внимание на то, что пассажир транспортного средства нервничает. Инспекторами ДПС было принято решение досмотреть салон и багажное отделение автомобиля. При проверке салона транспортного средства госавтоинспекторы обнаружили пакет, внутри которого находилось вещество серо-бурого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что мужчину перевозили наркотики, гашиш более 12 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Водитель и два пассажира в возрасте 29-30 лет были задержаны и доставлены в дежурную часть для установления обстоятельств происхождения наркотического вещества. При проверке документов данного гражданина исходил запах алкоголя изо рта.
Также при проверке по базе ФСМ России было установлено, что данный гражданин не имеет права управления транспортными средствами. Таким образом, 26 мая 2019 года 00125 минут по адресу город Кызыл, улица Кочетова, 165, мой инспектор МОРДП из ГИБД МВД России по городу Кызыл, младшим лейтенантом полиции даже ставлю протокол об отстранении от управления транспортным средством. В течение 4-5 секунд, не прерывая дыхание, выдавайте воздух шарик, значит, 4-5 секунд, значит, другой тестер задыр, шаттель, подвиг воздуха, шаттель. Так. Ты перпендикал, да, туда? Показания прибора 0,06 мг на литр, то есть не установлено состояние алкогольной пьяни, но в организме есть алкоголь, а это барбопра. Откуда, куда направлялись? Фербека, домой направлялись. Домой? Накануне спиртные напитки употребляли? Да. Что пили? Чеглёвский. Пиво, да? Сколько вы пили? Две чего? Бутылки? Бутылки. Понятно. При составлении административного материала присутствуют два понятых, понятно, да? О, или понятой Драмангуш Начин Максимович и Балзная Рихан Салысович. Понятно, да? Расняем вам ваши права согласно статье 25.1 Кодекса об административном правонарушении. Вы имеете право ознакомиться со всем материалом дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять отвода ходатайства. Пользуется юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Также согласно со статьей 51 Конституции Российской Федерации вы можете не свидетельствовать против самого себя, против супруги, против близких родственников. Вам ясно ваши права? Ирголовина Дмитрова? Нет. Ознакомьтесь нам с протоколом. А свидетель состояния алкогольного опьянения прибором алкотест 68-10 драги. Вы согласны пройти, да? Да. Так, ознакомьтесь, это свидетельство о проверке данных приборов действительно до 7 ноября 2019 года времени. Так это чистый мешок, а один мешок терминальный астма. Нет. В течение 4-5 секунд, не прерывая дыхание, выдувайте воздух до щелчка. Шарки, расскажите, произошел, ты имеешь зря. Тебе что теперь? А, Ярослав Викторович. Я мутно. Узаду уже, стар. Нам. Так. Ждите, идет анализ ТНВ. Вот. Саян Белоколович, протокол вам представление. Ознакомьтесь. Вино, что подвесман? У вас есть водительское удостоверение, как сдавали? Вино, что подвесман? Хочу зайдем, как подвесман? Туда там нет. Туда обчапаем, как? Баткар Саян Белоколович. Не, переводчик, сервис. Чон, тенгби сілер базам, едап чоап орсалар, ме, официальный переводчик. А сіңар да нарасық чутки ет пирады. Не, вот только же говорили по русскому языку. Не, она нормальный переводчик. Судье так кажете, виновность. А сейчас говорите, что вы не знаете русский язык. Переводчик теребрян говорен. Ну, если хотите, а позвоните. Переводчик, рекордер. Позовите своего переводчика. Ну, что тут пирзнера? Ну, вот это видно, опять пиши. Сегодня на раз слышит, какие проводы рули, а потом это лад пройди. А, без бесмен меня верим? А, махнап, то есть по перебору, да? Сегодня перебору, а что без бесмен? Без бесплозно, да? А, то Виктор бейт, пенсар. Бо, жа, мы штук тоже бейт, мы сели ханнык, па. Ну, вы знаете, да, верли? Ой, зн, да, нас курт, да? Да, такого, нас курт, да. Ну, что, мен...
Неграмотный сэр же ваш пасман. Сэр грамотный сэр ба. Эргез нарев что озан. Тербе что ошкой бред эргез. Сэрге нюттер ротта ходыра таныжар эргер бар боптыр. Юридический бомбаж ажлат поводыстыр. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефона редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты.